Добрый день всем! Сегодня идет отгрузка гранулятора 22 кВт. Приехали к нам клиенты из Молдовы. И мы демонстрируем у нас в цеху, как гранулирует гранулятор корма для кроликов. В состав корма входит 40% люцерны. Матрица для кролей чаще всего используется 4 мм. Производительность гранулятора составила около 400 кг в час. По кормам, если не добавлять люцерну, составляет где-то 600-700 кг в час. Гранулятор оснащен амперметром, оснащен тепловым реле на случай перегрева двигателя. А также в шкафу управления стоит специальное реле тока, которое при увеличении номинальной нагрузки двигателя на 10% мгновенно отключает гранулятор от сети. Спасибо большое вам за внимание. Следите за нашими новостями. Всего вам доброго.